И снова здравствуйте, подписчики наших систем, ресурсов Альфа-Топ, которые во множественном числе распространены и в Ютубе, и во всех социальных сетях, и наши участники наших групп и сообществ. Я вас хочу поздравить с наступившим Новым Годом! Ура, дорогие товарищи! И друзья, и поклонники, и наши ученики! Я хочу вам пожелать такой, несколько, так сказать, медицинский тост. Вы знаете, что природа, она каждый год обновляется, она становится новой, и каждый год она как бы омолаживается. Я хочу вам пожелать, чтобы ваш организм тоже омолодился, чтобы каждая ваша клеточка восстанавливалась наиболее быстрым способом, чтобы в этот год вы вошли как будто бы заново рожденные, быстро регенерировалась печень, кроветворный наш орган, селезенка, поджелудочная железа, чтобы у вас обновлялся организм, и вы снова были молодыми и молодыми и здоровыми. Вот за это я хочу поднять бокал, и чтобы в этом новом году у вас были наиболее сильные чувства, играли гормоны, чтобы от гормона адреналина у вас было драйв, движуха и во всем организме, и в теле, чтобы вы прямо действовали, получали результат. Еще я хочу пожелать вам, чтобы у вас играли гормон серотонин, гормон удовольствия и радости, гормон счастья, эндорфин у вас бил и зашкаливал. Всем женщинам гормона эстрогена желаю, а мужчинам тестостерона. Поэтому давайте не прощаться, давайте отмечать этот Новый год с новым восстановленным телом. Организм наш, ну вы знаете, самовосстанавливающая система, чтобы у вас все быстренько регенерировало, все клеточки работали, косточки и суставчики омывались кровью, восстанавливались, печень, кроветворный орган тоже восстанавливался. Давайте за это выпьем. Еще вас поздравляю. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, на наши ресурсы в Ютубе и в любых других социальных сетях. Мы называемся Академия интересно-ориентированных практик. Запомните это название. И в следующем году вас ждут огромное количество новых уроков, видеокурсов, семинаров, тренингов. И так что не буду я с вами прощаться. Я хочу вас видеть в новом году молодыми, здоровыми, сильными и обновленными. До встречи в этом году!